Сегодня в программе «Путешествие в Звенигород». Мы отправимся в древний Савино-Сторожевский монастырь и узнаем, как пасынок Наполеона стал православным и что связывало с этой обителью Федора Шаляпина. Важнейшие символы в христианском искусстве, их происхождение и что они означают. Беседа научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» с историком искусства Виталием Сусленковым. Как сегодня мы можем свидетельствовать о Христе? Надо ли рекламировать православие? Об этом разговор священника Алексея Уминского с гостями программы. Здравствуйте. Мы снова вместе. Я жду ваших вопросов. Задавайте. Здравствуйте, отец Алексей. Личная встреча со Христом – это очень момент интимный, очень сокровенный. И говорить об этом напрямую с другим человеком достаточно сложно. И нужно ли, и с кем говорить, и как говорить? Вы знаете, говорить об этом можно только с тем, кто всерьез тебя об этом спросил. Когда человек по-настоящему чего-то ищет, когда человек находится в серьезном поиске, и ты это понимаешь и видишь. Можно говорить о главном только с тем, кто вот тебе дорог, близок, иначе это бесполезно. Спасибо. Здравствуйте, отец Алексей. Вопрос такой. Как интегрировать православие в современную молодежь? Потому что большинство из нас не имеет такой возможности, да, и вообще даже сталкиваешься с такой ситуацией, что вообще не знают люди, кто такой Христос. И как вообще с ними разговаривать на эту тему? Ну, прежде всего, я думаю, что никуда не надо интегрировать православие ни в молодежь, ни в среднее поколение, ни к старым людям. Православие – это не та вещь, которая интегрируется. Это область нашей свободы, это область нашего поиска, это область наших вопросов и нашего пути. Вы говорите, как они узнают о Христе? Если вы что-то сама знаете о Христе, если каким-то образом ваша встреча со Христом уже состоялась, то вы просто можете этой встречей, этим опытом поделиться. Но быть очень тактичным человеком в этот момент, потому что свой опыт иногда хочется навязать другому и сказать так, вот я знаю, как идти, иди ровно так, как иду я. Но у каждого человека своя походка, понимаете? И поэтому здесь можно показать радость от этой встречи. Но оставить человеку свободу в его пути и в его сомнениях тоже. По поводу свидетельства о Христе в мире, все-таки в церкви есть разные взгляды, и некоторые считают, что нужно это делать активно. То есть есть такой взгляд, что активное миссионерство – это хорошо. А вот вы, я так понимаю, считаете, что это не очень хорошо, и есть что-то в этом от рекламы, вот, навязчивый. Вот. Где этот баланс между навязчивой рекламой христианства и свидетельством вот таким, которое, как Серафим Саровский сказал, спасись сам сначала, и уже потом тысячи вокруг тебя спасутся? Мне трудно ответить на этот вопрос как-то однозначно, но мне интересен опыт одного из монахов Сретенского монастыря, который в прошлом году, вот в этот летний период, приходил на Хохловскую площадь рядом с моим храмом. Там вот организован такой амфитеатр, где очень любит собираться молодежь. Сидит эта молодежь с пивом, с гитарами, кто-то со своей музыкой, кто-то на скейтбордах там катается. И вдруг туда приходит иеромонах, ставит колоночку, микрофончик и начинает с этими ребятами говорить. В ответ он что получает? Смех. Пустые пивные банки, которые летят в его сторону. Но он не уходит. И он остается, как такой маленький оловянный солдатик. И говорит, пока эти люди вдруг не понимают, что, может быть, стоит чуть-чуть замолчать. Может быть, стоит немножечко притушить музыку. Что он там такое говорит, этот человек в черном? Этот странный человек с бородой. И вот каждую раз в неделю этот иеромонах приходил все время летом в... И потихонечку его начинали слушать. Это вот, вы знаете, вот то, о чем вы спросили. Может быть и такое, когда человек готов к подвигу. Понимаете? Когда человек готов к тому, что его не примут, от него отвернутся, над ним насмеются, но он приходит, чтобы его услышали. Спасибо. Прошу вас. Давайте вы, у вас микрофон ближе. Да. Прошу. Отец Алексей, тогда такой вопрос.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо тот, кто верует, тот будет спасен, а тот, кто не верует, тот будет осужден». Повторяю дальше цитату из Евангелия. «Ибо я пришел не судить мир, но спасти». Это Евангелие от Иоанна. Но если мы возьмем 25 главу Евангелия от Матфея, там все намного проще. Христос там говорит, тот, кто накормил голодного, тот, кто посетил того, кто находится в темнице, тот, кто навестил того, кто болен. И что самое интересное, праведники, когда они говорят: «Господи, а когда мы тебя видели?» Вот, видите, я хотел как раз обратить внимание на то, что вы немножечко не так цитируете Евангелие. Он говорит не о том, кто накормил голодного, и не говорит о том, кто посетил в темнице заключенного или приютил бездомного. Он говорит о себе. Он говорит, кто меня, понимаете? Когда я был в темнице, когда я был в больнице, когда я был голодный, речь идет именно о Христе, меня. Вы увидели меня, вы почувствовали, что я в этот момент был рядом с вами. Вы поняли, кому вы помогли сейчас, помогая ближнему, понимаете? И этот вопрос ключевой, это слово «меня», именно «я был». Вот о чем это Евангелие. Но, может быть, в этом и есть суть проповеди Царства Божия, что Христос прежде всего учил людей видеть Бога в лице своего ближнего. Конечно же, конечно же. Речь идет и об этом. Тогда это и может являться вот тем лейтмотивом, который мы можем предложить современному миру. Конечно, без всякого сомнения. Потому что люди ищут прежде всего социального благоустройства. Совершенно верно. Именно об этом идет речь. И этот, вот это слово, оно звучит уже вот 2000 лет, понимаете, все время звучит для современника, которые не хотят видеть в ближнем своего ближнего, которые хотят все время либо от него откупиться добрыми делами, либо вообще отодвинуть его в сторону и сказать: нет, вообще ты не тот, кому надо помогать. У нас есть другие люди, которые наши, вот мы ему поможем, а ты нам враг. Ну вот они как раз окажутся по левую сторону, Ашую, среди козлищ. Слава Богу, этот суд не мы будем творить, понимаете, и тут я поднимаю руки. Мы нам об этом уже рассказали, как все будет происходить. Спасибо. Это была сложная тема и для меня тоже. Вы задавали очень серьезные вопросы. Может быть, я не на все на них ответил. И надеюсь, что в следующий раз вы получите на них ответы. До свидания. В XIV веке в Звенигородских лесах появился монах. Он пришел сюда с горы Маковец из Троицкого монастыря и был учеником преподобного Сергия. Звали его Сава. Он основал здесь монастырь. Большую часть своей жизни Сава Старожевский провел рядом с величайшим русским святым. Он был ближайшим помощником преподобного Сергия и духовником Троицкой братии. По благословению Сергия на Руси появилось почти 100 монастырей, и создание Звенигородской обители стало прямым продолжением этого дела преподобного. Савва поставил здесь храм в честь Рождества Божией Матери. Еще при его жизни Старожевская обитель стала одной из самых известных на Руси. Рассвет монастыря вот за эту 600-летнюю историю, конечно, относится на времена Алексея Михайловича. Царь Алексей Михайлович здесь был, по описаниям, 46 раз. Даже Петр Великий в своем младенчестве здесь был 8 раз. Конечно, Алексей Михайлович построил здесь все. Вот, кроме собора, все построил Алексей Михайлович. Царь Алексей Михайлович с молодых лет считал святого Савву своим небесным покровителем. Однажды во время охоты в Звенигородских лесах юный государь чудом спасся от разъяренного медведя. Он был уверен, что тогда ему явился сам Савва. После этого и были обретены мощи основателя Звенигородской обители. Преподобный Савва, он и сам по себе такой святой, кроткий. Ну что, ведь, будучи в лавре, после преподобного Сергия, игумен был Никон. Но он сразу ушел в затвор. И поставили Савву. Савва был духовником братья тогда в Троицкой обители. И он 6 лет управлял Троицким монастырем. Потом по просьбе князя Юрия, духовником которого он являлся также, да, он приезжает сюда. Как бы, видя просьбу, видя необходимость, да, нужду, он оставляет свое насиженное место, свое удобство, все идет сюда. Ну, как бы переносит с собой дух
лавры, дух преподобного Сергия. Потому что, как вот эти явления птиц преподобному, вот разлетелись птицы по всей земле русской. Также и Савва пришел сюда, исполнив благословение преподобного, и так вот спокойно, тихо. При Алексее Михайловиче Саввин монастырь получил статус лавры первым в истории Руси, даже прежде Троицы Сергиевой обители. Старожевский монастырь был обнесен высокой каменной стеной и выстоял в смутное время Хованщины в 17 веке. А во время Отечественной войны 1812 года его заняли французы. Отрядом неприятеля командовал пасынок Наполеона принц Евгений Богарне. Евгению Богарне было видение. Сквозь закрытые двери в его комнату зашел старец и сказал: «Запрети своим солдатам грабить монастырь. Тогда ты останешься жив и вернешься домой невредимым». На другой день Богарне закрыл храм, поставил у двери охрану и запретил своим солдатам грабить монастырь и обижать монахов. Пророчество сбылось. По преданию, спустя годы, уже перед смертью, Богарне принял православие. Эжен стал Евгением. Однажды приехали к мне две женщины, одна из них монахиня. Она представилась монахиня Елисавета. Вот. Но говорили на таком ломаном русском языке. Она француженка сама по себе, другая ее сестра живет в Канаде. Как она мне рассказала, что в нашем роде есть предание, что явление преподобного Саввы Евгения Богарне, что его потомки будут всегда, говорит, приезжать в Россию. И она говорит: мы уже старые, и поэтому мы решили приехать в Россию, исполнить это предсказание Саввы преподобного. Житие святого рассказывает, что Савва выкопал под монастырем колодец и сам носил в гору воду по крутым склонам. Так он подавал ученикам пример кротости. Этот дух этой кротости и тишины в обители, несмотря на то, что обитель претерпевала там и разрушения, и французские нашествия, и советский период безбожный, вот сегодня, когда обитель живет, этот дух в ней возродился? Ведь дух хранит игумен. Игумен. А игумен – это преподобный Савва. Если потом Саввы не будет, тогда и духа не будет. Ну а вам, как наместнику, как вот, вот эта помощь ощущается? Насколько... Знаете, я еще, мне еще рано говорить о каком-то таком вот большом опыте. Всего лишь полгода прошло моего здесь пребывания. Я стараюсь научиться не мешать преподобному. Когда начинаешь что-то так включать, это, сейчас я тут все управлю, нет, это все ошибешься. Нужно прислушаться. И преподобный все устроит. Не мешай преподобному. В Старожевской обители бывали Пушкин и Чехов, Левитан, Шишкин, Танеев. В пасхальные дни сюда приезжал Шаляпин и звонил в колокола. По воспоминаниям некоторых очевидцев, говорится о том, что он и пел в церковном хоре. Пришел, стал подпевать. Вначале монахи стали оборачиваться, а потом пригласили его к себе петь. Они рассказывали, что Шаляпин остановился на втором этаже монастырской гостиницы. Сейчас она ныне принадлежит нашему музею Нижегородскому. И было на фотографии обведено окошко, из которого он, открыв это окно, пел такую немножко вульгарную песенку: «Ах-ах-ах, отчего же я монах?» Ну, своим басом, видимо, оглашал окрестности Савино-Старожевского монастыря. После революции обитель была закрыта. На долгое время она лишилась своей главной святыни. В 1919 году мощи преподобного Саввы были изъяты из монастыря, но не уничтожены. Они вернулись в Савино-Старожевский монастырь в августе 1998-го. И это совпало с 600-летним юбилеем обители. Важнейшие символы в христианском искусстве, их происхождение и что они означают, о чем могут рассказать римские катакомбы. Беседа научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» с историком искусства Виталием Сусленковым.
Виталий Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Мы знаем вас как крупного специалиста в области античной культуры и раннего христианства. Нам бы хотелось поговорить о неких связях этой культуры с христианским искусством, христианской символикой. Известно, что древний мир в целом крайне активно пользовался различными знаками, условными обозначениями, символами. Вот эту тему нам бы хотелось сегодня обсудить. Хочу заметить, что когда речь идет о христианских символах, в первую очередь вспоминается Рим, римские катакомбы. И вот с этим воспоминанием связаны два ошибочных, мне кажется, представления. Во-первых, что, собственно, продуцирование христианских символов, оно происходило в Риме. И второй ошибочный вопрос – то, что продуцирование, формирование этих символов происходило в тайной среде. В катакомбах совершались богослужения, христиане прятались от гонений в катакомбах. Вот да, хотелось бы услышать ваш комментарий на этот счет. Да, я понял, хорошо. Ну, если мы посмотрим на словарь этих раннехристианских символов, то, во-первых, мы выясним, что ни один из этих символов в полном объеме не был разработан в христианской среде. То есть, конечно, он был очищен, упрощен, превратился в традицию в христианской среде, но базово происходит не из нее. Это корабли, якори, птицы, веточки, рыба и тому подобное. Большая часть этих символов, фактически все, происходит с Востока. Да, то есть все равно это культы восточных божеств, таинственных, мистических, рядом с которыми и в соприкосновении, в общей работе с которыми и существовало христианство в первые века, из которых очень много всего приняло. Рыбу мы найдем и на Ближнем Востоке. Ихтиус мы найдем, изображение рыбы. Надпись «Ихтиус» мы найдем на территории Малой Азии. Но в Риме просто больше всего, я думаю, из-за того, что они римские катакомбы, более всего изучены. Во-вторых, они колоссального объема, то есть почти, как говорят, 600 километров под Римом. Конечно, эти 600 километров сразу вызывают вопрос, как такая законническая, как такая очень отслеживающая все пункты жизни общества римская система могла не заметить под городом 600 километров. Это невозможно. Конечно, это никакого отношения к гонениям не имеет. Римский закон еще первого века до нашей эры позволял семьям, представителям каких-то общин религиозных, семейных, покупать землю и устраивать там свои частные кладбища. И поэтому, собственно, преследований никаких по законным основаниям, преследований этих общин, которые собирались вокруг этих кладбищ или просто строили эти кладбища, никаких поводов не было. В катакомбах нет следов. В том числе, простите, и в оформлении этих захоронений? Конечно, римляне не преследовали. У нас нет никаких фактов того, что какие-либо изображения преследовались бы, если только это не изображение проклятого императора. Но у нас есть огромное количество тех знаков, символов, которые вроде бы к христианским отношениям не имеют. И сейчас ясно, что некоторые катакомбы, некоторые некрополи христиане делили вместе с язычниками или с представителями, адептами других мистических культов. В частности, например, с культом бога Сабази. Например, катакомбы на Виа Латина, там явно были захоронения. Там вы вдруг можете увидеть рядом с христианскими значениями языческие значения. Ну вот знаменитые фрески с изображением Геракла, с изображением Афины. В принципе, мы можем сказать, что наличие этих изображений само по себе не свидетельствовало о том, что захороненные здесь люди были именно христианами. То есть христиане, если в принципе, мы видим, могли если мы не видим хризму, если мы не видим фреску с изображением жертвоприношения Авраама, Исаака или чудес Христовых, даже если мы видим доброго пастыря на этих фресках, мы не можем понять, что это христианское пространство. Виталий Егорович, объясните нам, пожалуйста, подробнее, что такое хризма, поскольку эти термины могут быть непонятны нашим телезрителям. Собственно, слово расшифровывается очень просто. Это монограмма Христа, первые две буквы имени Христа — хи и ро.
Хризма связана с традицией ведения императору Константину перед битвой на Мильвиевом мосту вот этого знака в небесах. Но источник этой монограммы «Хи-Ро» тоже древний. То есть впервые она встречается еще до нашей эры в монетных чеканах, видимо, как обозначение или некоего начальника чеканного этого места, этой мастерской, или просто ее аббревиатура, или это первые буквы слова «хрюсус», слова «золото». На монетах Птолемеев она известна, на монетах Родоса, Миласы. Здесь все очень сложно. Хризма ли явилась Константину в небеса? Потому что, во-первых, мы знаем из панегириков, то есть таких риторических текстов, словословящих императора, таких прозаических гимнов. И вот один панегирист говорит о Константине как о личности, как о высшей личности, на которую нисходит вот нечто, некая сила от высшего. Есть языческая традиция 3-4 веков. Эта традиция неоплатоническая, и она тоже обильна, как и христианская традиция, пользовалась числовой символикой, знаковой символикой и тому подобное. Вот это некое абсолютное единое, надмирное и вбирающее в себя мир изображается в виде круга, разделенного буквой «Хи». В 3-м столетии хризма ее превалирует в это время все-таки ставрограмма, то есть изображение креста в виде буквы «Т», и на ней такая напоминающая буковку «Ро», но на самом деле головка распятого, казненного на этом тау-кресте человека. То есть, когда при Константине между его этим видением или невидением перед битвой с Максенцем до момента обозначения, превращения вот этого его видения или придумывания его уже, собственно, в хризму, была работа некая, в которой соединились и древняя античная традиция сокращение слова, вот эти вот «хиро» на монетах, и ставрограмма, и неоплатоническая вот эта схема — это работа. Это работа. Вот тогда и создана была хризма. После этого она расходится на монеты, широко на изображение и полностью связывается с именем Христа. Но есть еще один, прошу прощения. Вот, разрешите все-таки вклиниться. Да, да, да. И, видимо, все-таки мы уже здесь имеем, замыкая круг, имеем связь с солярной символикой. Вот, да, про это я и хотел сказать. Потому что «хи-ро» — это еще первые буквы слова «золото». Да, это еще «хрисус». Время правления Константина Великого, собственно, вся первая треть четвертого столетия, это последний акт доработки солярного культа, начало которого еще во времена императора Августа. Это то время, когда языческие боги, которые, в общем-то, уже действительно отошли на второй план, уже многое было растрачено из живой религии, да, они свои благостные полномочия делегируют некоему общему универсальному богу, который единственный может их взять. Это солнце. И как раз в 270-е годы это активизация этого культа, который начинает собирать и знаки, символы, иконографические программы. Ему строится колоссальный храм в Риме. Празднуется день его рождения, 25 декабря. Да? Он становится личным патроном каждого императора. Константин поклоняется солнцу, но в этом солнце он рано или поздно увидел истинное солнце, он увидел Христа. В какой-то мере мы можем предполагать, что первые христиане, они не избегали античной традиции. Но самое главное, что можно ли предположить, что перед первыми христианами вообще не стояла задача изображения божественного? Традиция была в целом антихудожественна. То есть к искусству и одухотворению она не имела никакого отношения. У нее были другие задачи. Они ожидали того, что конец света наступит завтра, Спаситель придет. Да, они ждали этого веками, или, даже если уже не готовы,
гадали об этом чаще, но должны были жить с этим ощущением. Искусство, как потом мы знаем это точно, мы это уже все поняли и исследовали, искусство как образа Маленного просто не существовало. Виталий Егорович, большое спасибо за столь содержательную беседу. Я думаю, что она будет обязательно продолжена в одной из следующих программ и вызовет огромный интерес наших зрителей. Спасибо. Я думаю, что мы прямо только сейчас готовы начать беседу, потому что в таком кратком формате многие положения кажутся провокационными. Сейчас бы, конечно, их и развить, но все-таки что-то проговорили. Спасибо. Обязательно большое. Этим займемся. Спасибо вам большое.